Ты чего делаешь? Степа, у нас ЧП. Не знаю как, но домовая мышь поселилась в мониторе. Да ладно? Да. А ну? Спустя 1:37. Кот? А-а-а. Ну что мы будем делать? Позволять ее? Разбирать монитор? Ну да. Тогда нам нужен Никита. Тот, что зовет этажом выйти? Да, он. Он разбирается в технике, он сможет нам помочь. Через 5 минут. В смысле, мышка не настоящая? Ты уверен? Да, кот, это анимация. Я тебя разыграл. Но ты не расстраивайся. У меня для тебя есть подарок. Ну как? Ну как тебе новая игрушка, Стёп? Холосая. Мохнатая.